В Южной Корее нужно увеличить число государственных больниц. Такое заявление сделали в Национальной службе медицинского страхования Кореи. Доля мест в государственных медучреждениях составляет 10% от общего числа медицинских коек в стране. А это очень низкий показатель, учитывая, что в стране постоянно выявляют новые вспышки инфекции. Кроме того, устают и медработники, которые лечат пациентов с коронавирусом уже более 6 месяцев. Отмечу, с начала пандемии в Южной Корее инфекция подтвердилась у более чем 13 тысяч людей. 291 человек не справились с болезнью. Южная Корея начала сразу же принимать меры, чтобы сдерживать распространение вируса, как только он пришел к нам из Китая. Поэтому на начальной стадии мы могли его контролировать. Однако это сложно делать сейчас, когда вирус распространился по стране.